Привет всем, привет всем. Вас приветствует канал Лига Music Wars. Ребята, давай быстро. Уже осталось 3 часа, уже еще подземочка, вот прям подземочки. И у нас лопатики, и у нас боссик прям ждет. Сейчас мы, короче, все сундуки мы быстро вот эти вот сейчас все откроем. И сейчас лопатками его поломаем. Вот так-то. Так, у нас 1697 место. Я думаю, мы сейчас хорошо пролетим вверх-то. Ну, в общем, ребята, будем бежать, короче. Ну все, давай, на подземочку, короче, бежим. Ну что, давайте-ка быстро, давай, сундучки попрём. Открываемся всеми сундучками. О, ноги. Побольше бы выпало, последние новости мне не нравятся. Еще. Лопат, еще, лопат. Ну давай. Хорошо сундуков помогает иногда. Отлично. Давай. Вот так, еще энергии. 4 мало, 4, мало. Все, зеленый фонарь. Теперь синий, ща конфет наберу. Мне не хватает, как раз. Дети поедят все. И соседи накормят. Ой. Сейчас я буду конфетный монстр. Ох ты, по 3 лопаты, слушай. Как везет-то. Вообще прям. Ну, бои, ладно. Боев у нас тьма. Бои нам не интересны. Боев у нас 200 с изгаком. Так, ну что, наверное, попрем. Давай, ты первый. На тебе. Отлично. Все. Фух. Гоу. Давай. Интересно, я доберу до 40-го? Это все мы быстро. Сейчас пробежимся. Всех убьем мы быстро. Отличненько. Ох, так. Скрывать я не буду, я уже несколько раз пытался. Хитов, короче, убьешь с одного раза. А мне как раз вообще по 4 приходится тратить. Что-то меня как-то это не устраивает в момент. Отлично. Давай. Умри. Сильнее тебе. Умри. А еще лопатка одна. Хорошо, давай еще лопатку. Супербосс. Давай. Супербосса больше нет. Отлично, еще. Так, надо будет еще одного, наверное, супербосса. Да мне просто везет. Вали супербосса. Давай еще одного. Два же мало на одном уровне, давай еще один. Так, для полного равновесия. А кстати, интересно, попробуй в этого ударить. Одной лопатой. Вот так вот, ну просто вот прям вот так вот. Всего лишь какой-то там 30 с копейками уровень. А, у них сопротивляется, смотри-ка. Ну, с двух лопат это уже прям уже хорошо. Так, тратимся. Знаем. Все мы настоящие. Умираем на подземке. Ова. Кия. Скелет против скелета. Косточка против косточки. Отлично, 600-ничек. Ну. Оп, школа лох, футбол, лошков. Так, сколько там лоха? Сейчас глянем. Ой, как мало! Ну хотя бы 40-го что-то зачищу. Еще 1000, ну там сколько? Нет, там 1000, по-моему, 1000 тоже. Че думаю, договорился. Отлично. Живая легенда. Слушай, со мной лопатой его завалил. Может, я тут зря боюсь? Может, я что-то экстремаешься? Может, не заметил, может, 2 лопаты мне ударят? Нет, 3 лопаты мне ударят. Давай. Слушай, как медленно, он быстрее меня, никак. Каждый раз приходится. Слушай, ну мало что-то, 400 мест совсем какая-то кроха. Хотя много лопат дали. Но 1000 своих сторон я все равно получу. Получу. Кстати, еще будет один, но там я, наверное, уже... Мне этого нафиг 3 надо добить. Знаю, я сейчас на него потрачу 4 или 5 лопат. Отличненько, вообще как надо. А это, ну давай, это со мной лопаты. Да это что такое? А это, короче, место предыдущего, то со мной убивает, а то посмотри, 4-я лопата, 4-я. Это специально так. Подстава. Еще 11, давай. Отлично, давай. Сейчас будем еще откроем, там набрали сундуков, вообще норм. Ну, еще падает там, хорошо сундучков уже. Все, я вошел уже в 1200. 1200 наши. У меня еще хорошо, еще 8 минут, можно ходить. Бьем. Всех ковбоев, всех скелетов. О, у тебя клевые кроссовки, дай поносить. Отлично, мистер шляпа. Еще одного.
8 сотничек, еще 5 боев. Ну-ка. Сколько осталось? 4%. Блин, вообще, вот не везут, а. Давай еще, вот, хорошо, еще энергия. Энергия вообще хорошо. На тыков понадобится вообще. Надо все подарки за тыков скупить. Отличненько, еще сундучки. Сейчас откроем, сейчас откроем все, сейчас будет. Давай, вот так. Ну сейчас, давай. Уже 40-й чистим. Хорошо. Давай. Еще энергия. Слушай, какая хорошая дробная энергия. Ну что надо сделать, чтобы не грабануть? Надо вот так сделать. Кредитов целая тьма. Вот так вот лучше. Давай, сейчас 20 энергии. Я бы сказал, еще бы один этот. А, ты лично вообще прям энергию я тебя открывать не буду. Эти мне не интересны. Эти мне не интересны. Они не интересны, потому что все они. Кстати, я слабоватый вообще для 30-го уровня тут ходить. Там люди вон по 60 этажей чистят. Еще сундук. Хорошо. Слушай, я не могу вырваться за 1000, посмотри, как бьют. Ботоводы одни. Собрались сейчас там прям все. Ну давай, ради приличия. Ударим. Ну, господа. Это чудо очень мне. Короче, их надо потребить, и уже вообще нереально. И 1%. То есть 4 лопаты тратятся на него. Ну да кто? Тысяча торнов. Мы получили, 1000 торнов у нас есть. Не, 50 этажей это уже нереально. Еще 10 этажей пройти, это вообще такой нонсенс. Там уже лопат уже не осталось. Сейчас как супер босс выйдет, и все, это будет вообще, это будет отдельный бонус. Еще. 1019. Супер босс. Блин, у меня нету, ничего не осталось. Я все потратил. Ничего нету. Отвяжись от меня. Злое чучело. 980. Ой, как слабо. Ой-ой-ой. Интересно, сколько этажей чистят, а? На 30-х. Ну вот и все. Вот и все лопаты у меня закончились. Ну, тратиться, наверное, я не буду. Ну, нормально так, что? 960. Ну вот ты хорошо. Прошлися. Браника все потратили, все слили. Того у нас теперь 400 боев, там энергия у нас. Ну-ка, стой, дай-ка сдвинь меня сюда. Вот так. О, хорошо. 5 получилось по 12, никаких трешечка получилось. Главное, что бои опять на 3 дня продлились. То есть нормально на следующий левел. О, блин, там кредитов 250 тысяч. Сколько я еще потратил, я не знаю. Я там сразу улучшался. А вот и хорошо. Ну, думаю, что меня, наверное, не сбросят. 890, хотя может до 1200 меня сейчас за 3 часа вообще в лед вынесут. Так, ну 2.5 ляма, конечно, я не наберу. Кого, ребят, миллион там вообще нереально вообще, откуда я столько наберу, это вообще никак. Вот, короче, ребят, смотри, я заточил своего Бэтмена, я заточил его на плюс 15, прокатил, смотрите, еще колоночки на плюс 15. Вообще круто. Тут у меня еще эти я снял. Этот на плюс 11 заточил. Скоро вам видео аккуратненько по точилке, наверное, выставлю. Вот. А пока, ребят, не забываем, что идет конкурс. Идет конкурс. Заходим, ребята, участвуем. Ждем ваши работы с Максом. Половина Вайны уже поднялась в интернете. Уже в курсе. Вододелы знают. Будут помогать, будем их приглашать. Интересно будет все-таки, какую работу выберут. Но мне уже одна понравилась, за которую как бы я лично бы проголосовал. Ждем ваши работы. Счастливо, ребята, подписывайтесь на канал. Будем делать видео дальше. We'll be right back.